Сегодня я покажу наглядно, как пользоваться посткартой и тестером сокета. Значит, пришел к нам в ноутбук. Ноутбук на ремонт после очередных прогревастов. Тут вот было все перегрето. Греты север, греты видяха, греты юг и даже гретый процессор. Но был грет даже мультиконтроллер. Вот. И после нашей диагностики мы выяснили, что неисправен видеочип, то есть на внешний экран были артефакты. Было решено поменять видеочип на новый. Поменяли. После этого ноутбук вообще перестал запускаться. То есть нажимаем на кнопку, черный экран, и ничего не происходит. Вот. Посмотрели внимательно, ничего не снесли. Ну, было решено подпаять посткарту и посмотреть, что там происходит с материнской платой. Скажу вам, вот есть такая посткарта, самая распространенная, самая простая. Распаиваем ее через специальный разъем. Я вот сделал себе такую подсказку, чтобы быстро можно было подпаиваться к этому разъему специальному, диагностическому разъему. Дебаг называется. Вот. И быстренько их подпаял и включил, посмотрел, что там происходит. Вот. Когда подключил, оказалось, что постсигналов нету. Вот. После чего мы решили посмотреть, поменять процессор, потому что очень странно. До того, как поменяли видяху, посты были, даже изображение было, после того, как поменяли, нету. Поменяли другой процессор, тоже ничего не происходит. Тогда решили поставить тестер сокета. Вот такая штука интересная. Вот. Когда сняли процессор, то увидели, что здесь есть такие следы флюса, такого уже как карамель коричневого, то есть он загустел, немножко следы флюса есть, это немножко насторожило. Вот, получается, грели процессор с сокетом, с флюсом получается, как-то так. Вот, и решили поставить тестер сокета. Вот он так работает, батарейку вставили. Зажимаем. Вот. Сейчас все горит, но тогда, когда не было постсигналов, а не горела одна лампочка. То есть одного сигнала не было. То есть мы взяли вот так вот, поделали, хоп, и через несколько открытий-закрытий сокета этот сигнал появился. Вот. Мы взяли, промыли, почистили немножко, промыли сокет, продули его и поставили процессор. Ставили процессор, и после этого у нас все заработало. Я напоминаю, что это Acer 7552, платформа Vistron GE71. Вот, подключим, заодно посмотрим, как посткарта работает. Все, постсигналы побежали. Все, 90. По идее, уже запуск должен быть. Вот, есть. Вот и все, вот так оно и работает. И ничего греть не надо. Можно было изначально этим прогревастом подключить, и картина стала бы понятной. Поэтому обзаведитесь, пожалуйста, хорошим оборудованием. Да не хорошим, даже элементарным оборудованием. И ничего греть не надо будет. Вот так. Всем удачи.